мир ему, напрямую разговаривал со Всевышним Аллахом. Без Джабраиля, мир ему, не так, как все остальные пророки. Пророк Муса, мир ему, однажды спросил Аллаха о следующем. «О Аллах, ты удостоил меня чести общаться с тобой напрямую. Даровал ли ты такую возможность еще какому-то человеку?» В Коране на этот вопрос ответ Всевышнего таков. «О Муса, перед концом времен я создам умму, которая будет уммой пророка Мухаммада, миром и благословением Аллаха. Это будут люди с сухими губами, пересохшими языками, изнеможденными телами и запавшими глазами, с пустым желудком, страдающим от мук голода. Они будут взывать ко мне в дуа и будут гораздо ближе ко мне, чем ты. О Муса, когда ты говоришь со мной, между нами 70 тысяч завес. Но в момент ифтара, разговения, не будет ни одной завесы.